kokias jūsų dabar pareigas klube? Likau kaip antras treneris, kaip nu, pirmo trenerio asistentas ir, kaip pasakyt, lieko pas manęs būti antru treneriu ir dirbti su dublerių komanda. Kaip dublerių komandos lieko pirmas treneris. Dublerių dabar turinas tik prasidėjo. Jo, pirmas rungtynės. Du ratai taip pat, kaip ir žaisim du ratai. Dabar turėtų vykti visą laiką tos rungtynės, nes dabar kaip pertrauka yra dvi savaitės tos, tai bet dabar jau prasidėjo, tai dabar vyks jau iki pat galo čempionato, kiek vyksta suaugusių, taip ir dublerių vyks kartu. Ar daug būtent Tauragiškių žaidžia dublerių komandoje? Tai vakar, pagal vakar sudėti, nu, tai gaunasi daugiau negu pusę komandos, už kur jeigu dabar tiksliai taip suskaičiuoti, tai tikrai daugiau negu pusę komandos gaunas žaidžia. Dauguma žaidė dar ir nuo, kas liko, kas nežaidė iš pirmos komandos irgi žaidė. Čia buvo trenerio, taip norėjo treneris ir žaidė kai kurie žaidėjai, kurie buvo atsargoj. Per pagrindo rungtynės žaidė vakar rungtynės. Kas kėlinį, kas du kėlinį. Новые игроки еще будете новых игроков искать для команды? Вопрос не совсем, скажем так, конечно, если бы, вы же понимаете, если бы была возможность, чтобы у нас играл, ну, грубо говоря, Месси после вчерашнего матча, да, и, то, конечно, от него никто не отказывался бы. То есть все будет зависеть от конкретного футболиста, от финансовых условий, которые он выставляет. Но какой-то ясной цели срочно усиливать какую-то позицию, такой цели на сегодняшний день, по крайней мере, на сегодняшний день у нас нет. А если смотреть по позициям, какая позиция самая сильная в команде и какая слабая? Ну, не то, что я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что это неправильно будет, на мой взгляд, на сегодняшний день отвечать на этот вопрос, потому что я могу сказать, на мой взгляд, после просмотренных матчей двух, я могу выделить такую позицию и сказать, что слабее такая позиция. Но это будет абсолютно непрофессионально. То есть это дело в том, что для того, чтобы определиться, нужно знать глубину этой позиции, то есть возможность замены на этой позиции, возможность видоизменений каких-то тактических, чтобы усилить эту позицию. Вот. А так сказать, ну, не стоит пока об этом говорить абсолютно. Вот. Я, если честно, доволен наличием футболистов, доволен отношением дел к делу вот сегодня, при том, что, если вы говорите, у меня такой информации нет, вот, при том, что они там жаловались на какую-то нагрузку, вот, работали все очень добросовестно, с настроением, с желанием, как и должно быть в нормальном футбольном коллективе, который хочет расти и двигаться вперед. Как вы устроились в нашем городе? Как квартира? Меня абсолютно устраивает. Я человек такой, скажем, ну, нет у меня каких-то там требований каких-то и завышенных, и вообще по большому счету никаких. То есть, ну, у меня есть где остановиться, есть где ночевать. Вот. Конечно, любые бытовые условия какие-то там отдельно взятые сегодня, меня может не устраивать там вот это, или вот не устраивать вот это, но это значит, что я не могу там жить. Это значит, что просто мы поправим вот эту ситуацию, которая мне не нравится, поправим вот эту ситуацию, которая мне не нравится. Она абсолютно несложная, там нет каких-то непреодолимых препятствий. Вот. Поэтому меня, конечно, все устраивает абсолютно. А семья тоже с вами? К сожалению, у меня дети учатся в белорусской школе, дочка, сыну 13 лет, дочке 5 лет. Вот. Так. Вспомнили это за 3 дня, если честно, не вспоминал о них, потому что вот я сейчас немножко тяжеловато морально. Вот, потому что, конечно, семья для меня это очень-очень важная часть моей жизни, самая главная часть моей жизни. И я, конечно, по ним скучаю. И в Каунасе было тяжело, и сейчас без них тяжело. Ну, такова моя работа, профессия такова. Вот, поэтому приходится с этим мириться. Они в Минске. Находятся в Минске. В Минске живет. Да, жена, да, да. Жена. Сын 13 лет. Дочь. Сыну 13 лет, дочери 5 лет.
что-нибудь забыли? Может, вы хотите что-нибудь? Что-нибудь добавить? Да. Я единственное. Это атмосфера команды. Ну, я вот сказал сегодня, атмосфера меня, то есть атмосфера меня на сегодняшний день абсолютно удовлетворяет. Я понимаю, что коллектив это нельзя сказать, сегодня удовлетворяет, а завтра может это поменяться, но я вижу, что управляемый, есть нормальный процесс. Меня очень радует и отношение ребят к делу на сегодняшний день, хотя это рано, я понимаю, что рано. Сегодня, я скажу так, отношение к делу на сегодняшней тренировке, вот так будет правильно сказать. Вот. Плюс я очень благодарен, уже могу сейчас сказать, что очень благодарен и... Очень, очень рад, наверное, благодарен судьбе и рад, что так получилось, что меня жизнь свела с Эдвардом Малкевичем, хотя знакомы мы совсем немного, вот, но я тут не нужно быть психологом или большим специалистом человеческих душ, чтобы разобраться, что человек это, даже не знаю, какой подобрать синоним, да, но человек порядочный, хороший, добрый, отзывчивый и ну, о таком сотрудничестве можно было только мечтать. Я думаю, у нас будет все нормально, потому что мы абсолютно понимаем друг друга, дополняем друг друга. Никто у нас не пытается тянуть одеяло на себя. Все понимают собственную позицию. Вот. Все понимают ситуацию, которая была в клубе. Это не значит, что кто-то работал плохо или кто-то работал хорошо. Это значит, что сегодня сложились так обстоятельства. Команда попала вот в такую ситуацию, которая не есть совсем уж страшная или плохая. Я не вижу вообще никакой катастрофы. Нет ничего тут какого-то... такой сумасшедшей проблемы. Вот. Мы четко понимаем, что мы делаем, как мы делаем, и мне приятно работать на сегодняшний день, могу так сказать. А как вы можете оценить инфраструктуру? Инфраструктуру и качество нашего поля. Ну, конечно. Конечно, если честно, то есть это скорее вопрос уже такой немножко провокационный, потому что, естественно, но все равно на него нужно отвечать, и я могу сказать прямо. Конечно же, качество футбольного поля, хорошего качества футбольное поле должно быть идеально ровным. Ну, поэтому, но сказать, что это футбольное поле, на нем невозможно тренироваться и невозможно играть, тоже нельзя сказать. Но у нас есть сегодня такая ситуация в городе, что есть вот стадион, на котором в городе вынуждены заниматься первая команда, дублирующий состав периодически там занимается. Но они это делают не потому, что мы не жалеем поле, или не потому, что мы не хотим сделать второе или там третье поле. Но всему свое время, дай бог, чтобы у нас когда-то такое получилось, это даст только прирост что футболу, что мастерству команды, что просто для... что городу даже, да, и городу в том числе. Вот. На сегодняшней ситуации обстоит так, как есть. Поле не идеального качества, но... Мы принимаем это как должное, и все, и работать нужно в таких условиях. Да, ситуация во всех сферах, честно. Да, да, да. Ну, к сожалению, так есть, но что же. Поблагодарим, наверное, тренерам. Да, конечно, спасибо. Вам спасибо тоже. Пожелаем успехов.